Добрый день! В секторе искусств научной библиотеки Института культуры открылась выставка, посвященная 120-летию со дня рождения советского кинорежиссера Ивана Александровича Пырьева. В историю отечественного кино Иван Александрович Пырьев вошел не только как кинорежиссер, но и как общественный деятель. Был также главным редактором журнала «Искусство кино», возглавлял киностудию «Мосфильм», руководил творческим объединением «Луч». В экспозиции представлены книги о жизни и творчестве советского кинорежиссера Ивана Александровича Пырьева. Особый интерес для читателей представляет книга «Пырьев. Избранные произведения» в двух томах. Первый том включает воспоминания Пырьева о пройденном и пережитом, а также ряд его статей, интервью и выступлений. Второй том составлен в основном из докладов и речей Пырьева. В том же томе публикуются два сценария, написанных Пырьевым в соавторстве с Булгаковым «Мертвые души» и Юрцевым «Оторванные рукава». Также на выставке представлены и другие книги. Приглашаем всех желающих посетить наш